Фото.tasan.co. UK СМИ опубликовали фотографии полуобнаженного 70-летнего британского принца Чарльза во время купания. Как передает The Sun, эти кадры были сделаны на Барбадосе, где пожилой наследник трона находится вместе с женой. По мнению таблоида, отец Уильяма и Гарри в прекрасной форме. Как сказано в материале, Чарльз раньше серьезно увлекался поло, а теперь регулярно занимается фитнесом. Свой выходной Чарльз и его жена, 71-летняя Камила, провели купаясь в море. За ними наблюдали три офицера королевской охраны.